Уже завершающийся май синоптики региона назвали аномальным, и у них были на то причины, ведь настолько холодным последний месяц весны бывает лишь раз в 10 лет. Судите сами, средняя температура воздуха была существенно ниже нормы, в пределах 6-9 градусов. Порой температуры показывали совершенно не майские, минус 5. Плюс регулярный мокрый снег, в Братске даже наметало сугробы. Впрочем, теперь все уже в прошлом, ведь впереди нас ждет зной. Завтра в областном центре будет около 30 градусов со знаком плюс, да и вся неделя обещает быть уже по-летнему теплой. Даже кратковременные дожди этого совсем не омрачат.